Кликай на колокольчик рядом с подпиской на канал, чтобы не пропускать новые серии. Что? Это забавно, что мы встретились пообщаться, а сами торчим в телефонах. Точняк. Короче, идея. Мы все кладем телефоны в центр, и последний, кто возьмет телефон, не платит. Да? Я бы любас выиграю. Да, давайте проведем время как настоящие друзья. Как нормальные люди. Нормальные люди так время и проводят. Прям с ума сводит, да? Погода. Погода клевая. А ты что думаешь? Да. Да. Апельсиновый сок? Да. Апельсиновый сок классный. Апельсиновый сок. Все же мы любим апельсиновый сок. Да. Там должно быть сообщение, что Спарки еду доставили. Это кто? Кто такой Спарки? Мой пес, Спарки. У тебя есть пес? От Spark12 в Инстаграме. А, Spark12. Так бы и сказал. Ну да. У меня жена скоро рожает. Стой, ты женат? Ты не гей? Да, вы же все на моей свадьбе были. А ты делал оттуда сторис, не? Что? А тебе телефон звонит. Это не мой телефон. И не мой. Это не мой телефон. Так, ребят, простите за ожидание. О, клёво. Это будет очень вкусно, обещаю. Теперь поговорим, а? Свежий салат же вам, да? Приятного аппетита. Мне так и хочется это сфоткать. А вам? Одна где-то под таким углом. Ну только взгляните. Такое фотогеничное. Расслабьтесь, ребят, это реальный фотик. Он делает реальные фото, и я чуть позже ее в Инстаграм запущу. Скинешь ее мне тоже? Да. А мне тоже можешь, пожалуйста, скинуть? Что? Что ты смеешь? Что там у тебя в телефоне? Да харе, просто забейте. Голые фотки Бьонс слили. Видели? Ты платишь. Один выбыл. Мне плевать. А настоящая или фотошоп? Может, там лица поменяли? Вы, ребят, дальше играйте, не отвлекайтесь. Вы, мужики, такие предсказуемые, все как один. А, тут пишут про Ривердейл. А, ты вылетела? А, ты прям зло. Но что там пишут про Ривердейл? Просто твиттер прочекай. Как-то просто было, да? Но у нас просто нет зависимости. Остались только мы с тобой. Только мы двое. Ну, видел одну фотку Бьонсе, видел их все. Что там? Они как-то отвлекают. Зависимые, да? Мама! Эй, надо ответить? Да это просто мама звонит. Мам! Да! Да. Я все еще с друзьями. Я же говорил, что выиграю. Так держать, бро. Я теперь могу взять свой телефон? 19 пропущенных. От босса? Я уволен? А, да, я читал, твой босс в твиттере у себя написал. Почему ты мне не сказала? Ты победить хотел, не знаю. Я приемный? Да, в фейсбуке твой папа, твой отчим написал об этом. Моя жена родила. Твой малыш такой милый. Да, я лайкнул, чувак. Мне надо бежать. Алло, малыш. Нет, ты же говорил, что еще 2 дня нужно сдать. А, скинешь мне эту фотку? Да, сейчас скидываю. А, да, мне тоже. Да, сейчас, без проблем. Эй, а скинешь мне тоже? Да, прислал. Получил, спасибо. Лайк, если смотришь с телефона. А, перевел и озвучил виски. Ага.